Архангельская спортсменка Дарья Вдовина завоевала золото и серебро на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического и мелкокалиберного оружия в Краснодаре. Еще одна представительница Архангельской области Мария Пономарева заняла 14-е место в стрельбе из малокалиберного оружия. Из положения лежа Сергей Круглов вышел в финал со вторым результатом, но затем немного ухудшил свою позицию. С результатом 185,9 очка он стал обладателем бронзовой медали. В командной стрельбе из пневматического оружия на дистанции 50 метров Дарья Вдовина и Сергей Круглов заняли второе место. Соревнования в Краснодаре завершатся 30 сентября.